В Лужниках. Итак, да, в Лужниках принимаем мы чемпионов мира. И Е4. Е4, открытое так, начало. Ну, как обычно, скидываем ненужных защитников футбольного клуба «Спартак». Да. К сожалению, от спартаковцев особого толку нет в современной сборной России. Цисковцы на поле вышли. Да. И здесь были скидывания. Скидывания, точно. Точно. Я читал про эту футбольную схему сегодня. Е6. Ну, ослабляют. Черные поля и Чершев будет хорош. Так, к сожалению, на ход Широкова на Е2 черных была любопытная жертва пешки. Жертва, не знаю кого. Мы пока не определили жертва на Д5. И после этого я уверен, что сборная Германии все-таки показала бы свой уровень. Мы отметим, что пока защитник спартаковский на Е5 полностью ликвидирует правого полузащитника Германии. Что вообще само по себе довольно удивительно, если честно. И тем временем, ребята, немцы боятся сборной России. И вот этой России. Активностью нашего парня спартаковского на Е5. А вот конь на Д6-то идет или не идет, ребята? Да, это все пройдет. Есть ли смысл сбросить вперед одного из... Ж4. Одного из оборонцев Спартака? Конечно. Попытаться... Ж4, ребята! Лови Мюллера! Ж4, да. Но я думаю, что лучше начать охоту на Мануэля Нойера. Отлично. Много возможностей для продолжения атаки было. И выбрали Черышева. Черышев будет угрожать воротам. Черышев просто бессмертен пока что. Черышев, да, последние два матча проводит, по-моему, просто блестяще. Да, но сейчас не сладко придется. Ой-ой-ой. Главное, лидер своей команды ничем не может помочь. Сейчас пойдет прессинг болельщика Спартака, Ж4. Нет, пока, сейчас мы... Подключим Камбарова к атаке. Мы готовы, да, Камбарова. Диму подключили. Можно так Игнорировать это дело. Ну, так, собственно, я думаю, Камбаров F5 заслуживает внимания. Камбаров F5 выигрывает партию. Мы даже не обращаем внимания на убийство Дзагоева. В конце концов, такое в наших кавказских республиках происходит довольно часто. Все уже давно привыкли. Да, но это кровная месть. Убили Дзагоева, мы убили. Очевидно, это был Швайнштайгер. Ребята, мы разгромили немцев на своем поле. Да. Это победа. Это победа. Просто Черышев готов отдать пас Кокорину, и это неминуемый гол. 1-0. И наконец-то тот футбол, который мы ждали от Фабио Петрова.